Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 43. Вопрос номер 3. Как изменяется плотность атмосферы с увеличением высоты? Если газ находится в сосуде, то обычно в нем, в этом сосуде, плотность газа у дна меньше, потому что газ притягивается к земле, верхние слои более разрежены, нижние слои более плотные. Но внутри сосуда эта разница в плотности незаметна. Чего не скажешь про атмосферу. У атмосферы действительно и очень заметно нижние слои, те, которые ближе всего к поверхности Земли, более плотные. А с высотой плотность увеличивается. А с высотой плотность уменьшается. Плотность атмосферы с увеличением высоты уменьшается. Если вы хотите знать ответы на остальные вопросы, следите за новостями сайта онлайн-гдз.нет в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн-гдз на YouTube.